Это сегодня четверг, 26 сентября. Корова гонит в обед к часу дня. Пасет сегодня за Людмилу. Она болеет в больнице. Попросили до обеда попасти. Он то за одного больного, то за другого. Палочка-выручалочка. Вот. Вот эта отдельная березка растет. Тут была молоканка. Молоко сдавали, его тут на сливки переводили. И на маслозавод Шарчино увозили. Вон там алоэ идет. А это я вот пришел вот за этим. Вот эта территория детского православного трудового лагеря Стана. После его прекращения деятельности, превращенного в музей-комплекс для бедных лагерей. А здесь была кузница. Еще что-то. И вот мы вчера тут все это разбазарили, срубили, большие клюны. 50 лет никого не было. И вот я разложил его по веткам. Вот одна куча, и вот вторая. Оно высохнет, там пятой части не будет видно. Она на крапиве стоит. И тут вот какие обрезки, что есть. Володя-то меня не видит или видит. Я его махну. Идет пастушок наш. Эй! Эй! Не видит. Эй! А там он далеко, видать, осинка вспыхнула. Вот это стены остались, бывшая кузница, как-то перевернутые стены. И дальше какое-то сооружение было. И вот вчера мы здесь, видите, какой клен. У него отростков еще 4. Ну а по диаметру он внизу-то, сейчас могу даже сказать, 65 сантиметров примерно. 5 отростков. Ну, 2 кущи положили. Теперь надо их умять. Володя говорит, я умну их. Ты глаза не попорти только. Потому что там крапива, и они вообще растопоршены, листья. Я тут не полез уже. Во! Вот это да, сразу гляди, насколько куча уменьшилась. Ну-ка, надави еще, попрыгай на нее. Видишь, как легла хорошо. Еще дальше. До конца пройдись по ней. Попрыгай. О, даже сравнивать мне не приходится. Насколько ниже. Вот деревне все это надо. И тут лишнее пузо-то, брюхо, утробу не нарастишь. Вот он как. О. Ой-ой-ой. Хорошая постелька. Ну как-то поаккуратнее, смотри, даже не повреди себе. Так, перемоги ее. Придави. Вот видишь как, даже не видать из-за крапивы теперь. А теперь туда пройди на тот. Все. Я думаю, достаточно. Сравняла верх и низ. А вон там-то, посмотри, она высота какая-то. Больше 2 метров. Вон оттуда залезьте, попробуй. С этого конца, по-моему, залезть надо. Володя, здесь очень постепенно. Сапоги не порви. О, прыгай и дави. Вот это надо было сделать, но я это не посмел. Во-во-во-во-во-во-во. Ну, дядя Вова, мы с тобой. Вот она уменьшилась, из-за крапивы-то даже не видать теперь ее.
А зимой-то ее снегом придает, еще меньше будет. Все. О, что ж ты делаешь? Как же так? Живой хоть там? Живой, живой. Да ты что делаешь? Давай. Восстань спящий. Нехорошо здесь. Ну я тогда пошел на огородик. Ты полежи тут маленько до утра. Вот она как. Это крапива такая. Подними руку около крапивы. В крапиву зайди и подними руку. О, спортсмен. А ну-ка подними руку в крапиве. Крапива насколько выше. Ну вот тут мы, видите, сколько набрали, даже полезное тут есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три, четыре, пять, шесть, семь, щурок. Из них большие столбы сделаем. И вот еще отходы. Что-то на дрова, что-то на черенки. Все. Ничего не забыли? Бери аппаратуру свою. И вот рядом теперь мы видим бывший лагерь, теперь музей, комплекс для бедных лагерей. И вот дальше, дальше идет. И там точно так же. Вот мы находимся, там заброшенные какие-то фундаменты были, куча навозная. И мы там остановились, 9 соток. И вот пробыли мы здесь 45 лет. Хотя не все здесь, мы в разных местах останавливались раньше. Все. Никому не мешаем. Вот все было забито, росло. А теперь мы показываем, что может быть здесь будет какая-нибудь мастерская у нас по ремонту машин. Все это раздолбить, по-новому построить придется. Но фундамент остается. 24 октября тут установили, решать будут начальство, где что у нас должно быть. Все, поехали. Поехали. Так, ну все, пошли дальше.